Почему все от меня отписываются? Я так старался для вас, ребят. Я взрывал всякую хрень. Вы же хотели взрывов, я вам дал взрывы. Почему все отписываются? Вот статистика. Шо это? Вашу ж мать, а? Это вот жесткий спад. Сука, чё происходит, я не понял. Почему все до сих пор отписываются? Может, вам женщин добавить? Чего я делаю неправильно? Я же возобновил эксперименты, мать вашу. Я взрывал, горелкой грел, горелку даже вернул. Свинью и даже гребаную курицу какую-то набутил. С годом петуха, кстати, с Новым годом, счастья, здоровья, всех благ. Поздравлял уже вас. Все равно отписывайтесь. Я даже шаров из резинок наделал, и посмотрите только. Мы с ними столько всего сейчас навыдумываем. А вы отписывайтесь от канала. Вы не знаете о том, что будет с этим дерьмом. Ребята... Так дело не пойдет. Я, конечно, понимаю, все на меня обидели, потому что я как-то раз ушел далеко и надолго. Но сейчас-то я вернулся. У вас, мать вашу, спрашиваю, что нам снимать? Я обратился к вам! А вы отписываетесь. Мать вашу, отписывайтесь. Что нам делать дальше? Я не знаю. Может, я слишком плохо танцую? Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Это беспредел какой-то, понимаете? Хрена с два, все смотрят долбанный металлический шар в компот. О, класс, а давайте нагреем металлический шар и засунем его в зубную пасту, скажем. Вот это да! 50 миллионов просмотров! Чё с YouTube вообще, я не понимаю, происходит? Все начали снимать какое-то говно, которое набирает херову тучу, блин! Всем привет, я Женя, и сегодня я покажу вам интересную вещь. Мы будем ломать неоновые палочки, чтобы они светились. Но прежде подпишись на канал и поставь лайк, а я пока подожду. Подписался? Молодец! Класс! Я очень это ценю. Здорово. Кстати, сегодня у меня здесь стоит диван, а вот там висит рамочка с бумажкой. Это так, чтобы вы знали, что происходит вокруг. Еще у меня синяя кепка и желтая вот здесь. Рассмотрели? Отлично. А теперь приступим к нашему супер-классному эксперименту. Возьмем палочку. Она такая длинненькая и пластмассовая. В ней какая-то жидкость. Не знаю, что это. Кажется, это называется светишниц. Википедия. Это называется люминесцент. Если мы сломаем эту палочку, то люминесцент смешается с другой жидкостью и засветится. Давайте же приступим к эксперименту и не будем зря тратить время. Вот я беру палочку и ломаю ее. О, что происходит? Ничего себе! Вау, я даже такого эффекта не ожидал. Так классно! Если вам нравится данный эксперимент, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Кнопочка на подписку где-то вот здесь. И еще, если видео наберет триллион лайков, то в следующем видео мы сломаем две неоновые палочки разных цветов. И что, это вот такое вот смотрят? Ладно, народ, с YouTube реально происходит какая-то непонятная хренотень. Надеюсь, в 2017 году все-таки люди поумнеют и начнут ценить качественный контент и смотреть его. А те, кто снимает однообразную хрень и берет ее с всяких пинтерестов, сдуются и кадут в лету, мать вашу. Поэтому говорю огромнейшее спасибо всем, кто до сих пор с Bad Science. Кто с Bad Science с 10 подписчиков, 10 тысяч подписчиков, с 30, с 50 и так далее. Спасибо, что по-прежнему смотрите нас, верите в будущее качественного контента, ну и вообще вы классные. Сейчас я готовлю для вас кое-что очень крутое. На создание этой штуковины нужно время, поэтому вы уж немного потерпите, а пока мы будем радовать вас всякими взрывными небольшими выпусками. А на этом данный выпуск закончен. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем крутом видосе от Bad Science. Всем пока. Хорош смотреть всякую хрень. Ha ha ha.